Здравствуйте, друзья! В Китае говорят, мал воробей, да все у него на месте. Ну, русский аналог найти сложно, однако что воробей, что орел, в китайской живописи все там состоит из одинаковых элементов. И хоть большую мы птицу рисуем, хоть маленькую, но все технические моменты, все художественные приемы мы с вами можем отработать и на маленькой птице. Так что если кто-то начинает рисовать птиц, этот курс для вас. Однако и для продолжающих тоже найдется много чего интересного. Мы нарисуем воробья, синицу, ласточку. Вокруг них, конечно же, будут еще другие сюжеты. Применим интереснейшие приемы. К тому же, птицы в китайской живописи – это не только какая-то символика, но они добавляют картинам еще динамизма, романтизма. Если вы хотите оживить картину, рисуйте птичку. Так что приходите на этот курс, и мы с вами нарисуем живые, яркие картины с милыми птичками.